Спокойствие, гармония и любовь – все в одной собаке. Представляем героиню нашей пятничной рубрики «Пристроим вместе» собаку по кличке Алиса. Волонтеры сравнивают ее с леди. Алиса ведет себя достойно, лишний раз не лает, ладит со всеми, даже с другими животными. Сейчас она ждет новых хозяев. Посмотрите на Алису. Возможно, она та самая собака, которая дожидается именно вас. Каждый герой нашей любимой и доброй рубрики «Пристроим вместе» безусловно уникальный. Кто-то из них обладает такими батарейками, что они, кажется, никогда не садятся, а кто-то является образцом благоразумия и спокойствия. Именно с настоящей леди мы хотим сегодня вас познакомить. Само спокойствие, само очарование, потрясающе красивая девочка. Расскажите нам, пожалуйста, про нее. Алиса – это не просто спокойствие, это гармония. Она такая умиротворяющая. Собака-мечта. История Алисы, как и многих собак, которым мы помогаем, не красит человека. Хозяин Алисы бросил ее в частном секторе и уехал. Она скиталась, доставалась девчонке и голодала, где-то и обижали ее. И неравнодушные люди обратились к нам за помощью, чтобы мы помогли собаке. Таким образом, она попала на нашу курацию. Что можно сказать об Алисе? Алисе примерно 2-3 года. Мы ее стерилизовали, обработали. В скором времени она будет привита. Девочка, ну, мега-мега послушная. Она настолько ориентирована на человека. Вот мы даже сейчас от вас снимаем ее, мы видим, как она спокойно сидит. Она всегда смотрит в глаза человеку. Даже когда собаки выходят на прогулку, она очень спокойно, не бесится. То есть она вполне подойдет в семью, где размеренный образ жизни. Также подойдет и в семью с детьми, где она сможет с ними играть, показать вот всю свою любовь и ласку. Есть ли какие-то проблемы со здоровьем сейчас у Алисы или все, что нужно было, все сделать? Да, мы все сделали, все под контролем, никаких проблем со здоровьем у Алисы нет. В питании также девочка непривередливая, она может кушать и сухой корм, может и кушать мясную кашу. Жизнь девочку не баловала, поэтому мы очень хотели бы найти человека, который ее будет любить и баловать. Еще замечательное качество у Алисы, то, что она терпит до выгула, поэтому она вполне может жить в квартире. Алиса заслуживает самых-самых хороших мам и пап. Мы очень хотим, чтобы она быстрее обрела свой дом и была единственным любимым питомцем. Настоящая леди Алиса ждет самых заботливых и любящих хозяев на свете. Девочка действительно этого заслужила. Если вы хотите познакомиться с Алисой, то звоните срочно 8 919 523 3020. Ольга Бакина, Дмитрий Бритвин и Алиса. Информационный канал «Город».